Всем привет! Хочу показать, как вращаются 4 ремня, ролики, шкивы на двигателе V6 2.5 TDI AFB Audi A6 C5. Вот так на этом моторе все вертится и крутится, но есть один вопрос. Почему при заводке ручейковый ремень на генераторе так сильно провисает? Кто знает, большая просьба написать в комментариях. Всем спасибо и удачи!